Всем привет, ребят! Сегодня я хочу показать вам макияж, который чаще всего делаю зимой. Вначале я наношу базу от Benefit, которая минимизирует поры. Теперь смешиваю два тональных крема. Один матирующий от L'Oréal, а второй BB-крем от Garnier. И наношу с помощью аналога бьюти-блендера из H&M. С помощью консилера от H&M я скрываю синячки под глазами, а также высветляю середину лица. И если честно, этот консилер я бы никому не советовала, потому что, на мой взгляд, он слишком плотный. И закрепляю консилер и тон с помощью моей любимой пудры от L'Oréal. Брови в этот раз я решила оформить с помощью карандаша от Sephora. Он неплохой, но немного жирноват, поэтому в течение дня бывает, что мои брови просто куда-то убегают с моего лица. Поэтому с этим карандашом надо быть предельно внимательной, и в конце я растушевываю то, что получилось, специальной щеточкой для бровей. Ну и как обычно, придаю лицу более загорелый вид с помощью бронзера от Pupa. Ну и естественно, надо нанести немного на нос, не знаю, зачем я это делаю, но я это делаю. На все подвижное веко наношу розово-бронзовый оттенок из палетки Pupa Art номер 8. В складку века наношу баклажановый коричневый оттенок из этой же палетки. И совсем чуть-чуть затемняю уголки глаз. Все очевидные границы и также какие-то погрешности я просто растушевываю с помощью мягкой пушистой кисти. И этой же кистью наношу белые перламутровые тени под бровь. В последнее время я пользуюсь исключительно тушью от MAC Rouge, и она реально меня выручает, потому что если идет снег, она не течет, но при необходимости она очень легко смывается теплой водой. На щеки я наношу очень нежные и очень легкие румяна от Belle. Хайлайтер я наношу прямо пальчиком, и название я напишу вам в инфобоксе просто для того, чтобы не коверкать. И в завершение наношу блеск для губ от Benefit, который называется Hoola. Вот и все, мой зимний макияж на каждый день готов. Если вам понравилось, то поддержите меня пальчиком вверх. Помните, что я вас очень сильно люблю, и до встречи в следующем видео.